The year is 1942. In the space of 3 months starting in June, German offensives into the Caucasus and south of the Don River have advanced very quickly. German Army Group B has reached Stalingrad despite Stalin's Order 227 saying, "Not a step back." Already in September, street fighting is a grim everyday reality. The Soviet 62nd Army, commanded by General Chuikov, is hanging on to a few small bridgeheads on the west bank of the Volga River. The city lies in ruins, but the fighting continues. Conditions have changed dramatically. From fighting over entire suburbs, the fighting is now about single streets or even single houses. If the Germans want to get to the Volga, they will need to get past Pavlov's house first. This building will play a major part in the hellish struggle for control of the ruined city. It dominates the square around it and becomes the main obstacle between the Germans and the river, not far from a ferry crossing. In this mission, General Chuikov will brief you on taking the house with your men and lead its defense. Move quickly and be ruthless. As soon as you have full control of the house, prepare every floor and every position for the inevitable next fascist attack. Put your 80 gunner on the top floor. Hold the house long enough for the next wave of supplies to arrive. Show no mercy. Бою готов. Да, командир. Так точно. Так точно. Что прикажете? Приказывай. К бою готов. Ждем приказа. Товарищ командир.
командир. Мне нужен доктор. Нужна помощь. Товарищ командир. Нам здесь врач нужен. Мы готовы. К бою готов? Да, товарищ командир. Да, командир. Будет сделано. Точно! Так, точно! Там... Больно-то как! Есть! Жду приказа. Какие будут указания? Рука! Слушаю! Жду команды! Да. Приказывай!
Ждем дальнейших указаний. Как скажете. Товарищ командир. Жду команд. Огонь прямой наводкой. К бою готов. Слушаю, товарищ командир. Мы готовы. Ждем приказа. Прикажете. Точно, товарищ командир. Уходим, ребята! Будет сделано. Больно, сволочь. Слушаюсь. Лови! А!
Один готов! Слушаю, товарищ командир! Deckung! Stelle Deckung! Feindliches Entgehen! Wo ist der Deckung?
Вражеский пулемет! Артиллерийский залп! Слушаю, товарищ командир. Ждем дальнейших указаний. Все сюда! Я готов. Огонь. Я готов. Ждем приказа. Артиллерийский залп! В укрытие! Граната! Он сейчас по нам стреляет! Товарищ командир. Мы под пулеметным огнем! Пробьемся! Шпиком гранатой! Лови! Да, командир! Жду приказа! К бою готов! Этот готов! Да, товарищ командир. Слушай!
здесь врач нужен. Слушаю, товарищ командир. Сделаем. Выполняю. Мы готовы. Мы готовы. Жду приказа. Слушаю. Слушаю. Я готов. Так точно, товарищ командир? Да, товарищ командир. Да, командир! Есть! Что прикажете? К бою готов? Так точно? Мы готовы ко всему. Принято. Какие будут указания? Ждем приказа. Да. Так точно. Принято. Какие будут указания? Как прикажешь? Слушаю. Да, товарищ командир. Готов. Попали! Ждем приказа. Так точно, товарищ командир. Ждем приказа. Слушаю. Слушаю. Слушаю.
Слушаю, товарищ командир. Командир. Добрый.
Сейчас сюда! Да? Противник уничтожен! Сделаем! Да, товарищ командир. Мы готовы! Вступаем в бой! Лови подарочек! Я готов! Слушаю, товарищ командир. Приказывай. Мы готовы. Дом приказа. Приказа. Дальнейших указаний. Вот вам! К бою готов! Ждем приказа. Интересно тут у вас.
конечно, что. Бери, что можешь, и пошли. Ну. Ждем приказа. Да, командир! Да, товарищ командир. Что прикажете? Слушаю, командир. Ждем дальнейших указаний. Да, товарищ командир. Какие будут указания? Да, командир. Какие будут указания? Слушаю, командир. Так точно? Бою готов. Мы готовы. Слушаю, товарищ командир. К бою готов? Да, командир.
Слушаю, командир. Я готов. Да, командир. Да, товарищ командир. Так точно? Как прикажете? Так точно. Да, командир. Слушаю. К бою готов. Какие будут указания? Так-так, что тут у нас? Так точно! Поехали! Ждем дальнейших указаний. Мы готовы. Слушаю. Слушаю, командир. Понял. Лови подарочек. Так точно. Есть, товарищ командир. Да, командир. Слушаю. Слушаю. Тебе подарочек. Штука, мать! Так точно! Слушаю, товарищ командир. Ждем дальнейших указаний.
готов. Понял. Да, товарищ командир. Так точно, товарищ командир. Какие будут указания? Слышу гусеницы! Thank you.
дальнейших указаний. Слушаю. Bleibt unten!
Получил! Получи! Ну да, они точно наградят! Yeah.
товарищ командир. Слушаю. Так точно. Сделаем. Готовьтесь. Готовьтесь. Танкисты, сон бригады.
Что прикажете? Понял. Бронетанковые войска ждут приказа. Прикажете? Слушаю, товарищ командир. Лови! Жду приказа. Командир. Арзал, ложись! Ложись!
Уничтожен! Слушаю, товарищ командир.